Всем доброе утро, и мы рады вас приветствовать. Погода насрала. Вы это все видели, прогноз на весь день. Он такой, закончится дождь ровно под окончание квалификации. А вас что, в кино показывают? Ну, получается так. Смотри футбольные события, просто платёжки. Институты там меня показывают, получается. Ну, как вы так делаете? Ну, вот уметь надо. Кино неплохо еду, получается. Ну да, еще бы в жизни бы так. Чтобы живую. Ну это монтаж, что ну, отстало. Ну, Серега молодец, хорошо монтирует. Как будто бы даже рядом ехали. Понятно. Так, Сергей Поклонов, первая квалификационная зачетная попытка у него. И набирает как будто бы скорость Сергей. Как будто бы набирает, но как будто бы и нет. Ну, подсполз, но попал. Да. А вот здесь не попал. А здесь не попал. Не досполз. Не досполз. И там, я, кстати, обратил внимание на прогреве, что когда вот здесь в эту сторону машина дрифтит, немножечко переднее правое колесо себя не очень хорошо чувствует. Да, это шаровое разболталось, разбушное. Но это, наверное, шаровое все-таки наконечник рулевой. В общем, что-то там. Дискомфорт определенные блоки доставляет машина пилоту. Наверное, ох, это называл неправильно все-таки Акерман. Ох, кривизна какая-то кривейшая. Это я не знаю. Как это альтернативные сказать. Траектории, да, Сергей. Это тяжело судить такие вещи. И опять закрыт. Ну это прям. Мыши плакали, кололись, но продолжали. То есть как бы команда сибирская команда. Масло масляное. Да, нормально. И сибиряк за рулем, да? За рулем сибиряк, естественно. Там все сибиряки в этой команде. Ну, такое сползание, что-то. И Евгений, да, решил совсем на сейве заезд свой начать первый. Неправильно делает. Зато точно. Так. Зато точно делает Евгений Спирин свой проезд. Аккуратная перекладка. Кстати, не аккуратная, смотри, нормальная прям перекладочка по самому краешку проехал клиппинг зоны. По точности хорошо. По точности прям очень здорово. Но вот стоит отметить, что Женя-то на самом деле опытный достаточно дрифтер. Сейчас так сложилась у него жизненная ситуация, что боевой машины своей у него нет. Ну и ничего. Есть чужая. Есть машина, да, командная машина, да, на которой он вот очень комфортно себя чувствует. Слушай, он глубоко точненько так вот. Так, смотрим. Антон Добровольский, первая попытка. Да, там это соль. Что за блок? Это что-то как-то, да. Так, не самая убедительная постановка, я бы так это назвал. А зона хорошо заполняет. Да, зона заполняет. Точность неплохо, сейчас коррекции нету. То есть стелит это хорошо, а вот агрессия как такой. Просили на брифинге, так и сделали. И здесь со среднего, да, угла? Да, и здесь заупрелся. Вот здесь здорово. Оп. Да не, ну хороший проезд, кроме постановки. Ну, это дурик. Баржа такая. Она еще и по коронской схеме сделана. У него этот обвес весь из шпатка. Ну, дурик может ехать, не обманывать. Нет, дурик может ехать. Может ставиться, он может все это делать. Все может.